Всем привет! Пока мы в Цели, в городе Цели, решили посетить сегодня воскресенье, выходной, но решили заехать в институт пчеловодства в Цели. Вот, конечно, все закрыто, но тем не менее будем знать, где, что и как, хоть посмотрим, чем они тут занимаются. Вот какое-то растение у них. Пчелки, говорят, берут мед с него. Проводника нашего нет, конечно, мы не знаем, где тут, что тут. Все закрыто, Вань. Все закрыто. Пройди, там есть улья, можно посмотреть. Где? Вон там дальше, вон там и павильон. Вот сам же институт. Вот. Институт. Жалко, что закрыто. Ну, хотя бы будем понятие иметь. Вот он есть ульи. Забор. Ульи есть. Значит, должны быть пчелки. Это старые постройки. Как нам сказали, у них. И где-то я там видел что-то тоже желтенькое. Это там что-то. Я вижу в окне сапетки. Конечно, жалко, что мы сапетки. Не знаю, будут меня ругать. Может, кто-то оштрафует. Может, нет. Будем надеяться, что нет. Медогонки стоят. Точно оштрафуют. Вот какие-то дуплянки или что там. Это в одном окне. Это в другом окне. Да, было бы интересно побывать внутри института. Цветочек. Там что-то в окне есть. Не видно. Машины институтские, походу. А может, нет. Ну, наверное, пчеловоды, потому что вот стамески есть. Жалко, закрыто. Ну ничего. Вот такой институт. Вот такой институт. Вот. Вот такой. Ну и, насколько я понимаю, а ну сейчас пройдем, может, там будет что-то видно. Есть парк вот такой интересный. Вот этот парк. Вот. Институт. Сейчас посмотрим со забора. Может, так что-то увидим.
в институте. Нет, так мы ничего не увидим. Ну, попытаемся. Мне интересно. Вот, вижу, ульи стоят. Вот два улья. Вот ульи. В каждом проеме стоят по два улья. В каждом проеме стоят по два улья. И я смотрю, он идет, идет. Все идет. Тут уже улей не видно. Наверное, закончились. Но какие-то там помещения есть. Эх, жалко. Жалко. Не видели мы институт в целе в работе. Но ничего. Посмотрим тут, что тут в парке есть интересного. Ну что, друзья, посетили мы институт пчеловодства Целе. Институт закрытый, выходной. Ничего мы не увидели, походили вокруг него. Но сам институт находится в городском парке или возле городского парка. В принципе, ульи какие-то стоят, как мы видели. Ну, нормально. Вот такой парк. Вот он. В принципе, такой интересненький парк, есть пруд такой, гуляют люди. Ну и сам институт очень-очень такой узкий, но длинный. Также по национальному вопросу, допустим, да, вот если по национальному вопросу. То есть я, получается, как бы рожденный немец, да, Оля приехала, она вообще чистая русская, да. То есть она, получается, диплом свой подтвердила, пошла на работу. Шеф у нее африканец вообще, да, то есть как бы хирург. Они работают как бы в поликлинике при больнице. И никто не приходит, там, тебе, может, что-то и думают, как бы плохое, да, там, в голове своей. Но никто не говорит, то есть человек, приехавший тут вот, ну, как иммигрант, да, если он как бы полноценный, то он может свободно себя, ну, как бы, так сказать, реализовать, найдя работу, зарабатывать деньги, начать, то есть, ну, стать полноценной ячейкой общества. Но все равно есть моменты предвзятости к детям от русской языки. Я в любом случае, если знаешь, как бы по пчелам даже, вот, ну, как бы, я не хочу хвастаться, но у меня, наверное, в любом случае пасека, наверное, ну, больше всех в этом городе я живу. Но есть люди, которые реально восхищаются немцы, да, говорят, ну сколько работы, сколько денег вложено, считают. А есть люди, которые так, типа, а вот у этого, там, знаешь, как бы. Ну а сколько ты вложил в прошлом году, ты говорил? Ну, у нас где-то приходится вкладывать, ну, где-то от 15 до 20 тысяч выше в год. Классика, да, евро. Это не считая услуги, там, ну, за банководство, за все это, инвентарь, бензин, то есть вот это вот все. То, что инвестируем в корм, это тоже как бы вложение.
очень много. Пасека вообще дорогое удовольствие. Ну, почитай, если каждый улей, это и то по той цене, что я беру, да, то есть я дешевле нахожу. Выходит каждая новая семья 150 евро. Это без пчел. Да. Вот считай, что если я сейчас продну, вот 130. Плюс, и плюс пчелы 130. Да. Вот считай, что у меня больше 300 семей. Если даже 300 посчитать семей, у меня пчел получается, да что, на 39 тысяч пчел только одних. И 300 ульев, это по 150. Это, ну, по той цене, которую я купил. Вот. Короче, там, ну, как бы общая цена больше 100 тысяч уже, ну, как всего стоит. Плюс инвентарь, рамки. Да, да. Пчелы дорогое удовольствие. У нас, как сказать, я не знаю, как там в других странах. У нас все равно окупаемость идет, ну как, сезон, ну, за сезон окупается все. Вложенные средства. Да. Расскажи про налог и страховки на машину. Ты же платишь, короче, за бус? Страховки, но я тебе могу сказать только про то, что я езжу, да, на чем. Короче, дизеля, у них налог больше, потому что они считаются грязными. Сейчас вообще там что-то РУ запретить, дизеля, это, ну, короче, там это еще неизвестно, что будет. Вот эта машина стоит 180 евро налог дорожный в год. Эта машина, автобус стоит 450 евро в год. И страховка по 1000 с небольшим в год. Да, евро. Та и та машина 1000. Ну, то есть две машины 2000. С чем-то, потому что они застрахованы как бы фоль-каска на случай угона, потом они застрахованы за по ЕУ, за пределом ЕУ, это, допустим, если я в Украину поеду, там ее украдут или еще что-то, я получу стоимость денег. Ну что мы ездим очень много по Европе, считай, что я в Голландию езжу сколько, туда-сюда, никто же не знает, что, как, все под Богом ходим, где что случится. Страховки дорого, а так, если бы было просто застраховано, как Хафлик Ферзихерунг, это если ты там, ну, с кем-то что-то сделаешь, как, ну, там, может, ну, 300 евро было, 300 с небольшим.